преддверии 9 мая в Хабаровске прошло торжественное собрание, посвященное Дню Победы. Вручил памятные подарки и лично поздравил ветеранов губернатора Михаил Дегтярев. Ветераны войны и труженики тыла приехали в музыкальный театр по особому поводу. В честь Дня Победы для них устроили торжественное собрание. Когда началась война, хабаровчанке Кире Зайцевой было 13 лет. И я поехала, и мы работали в колхозе под Хабаровском. У нас был картофелеводческий совхоз. И вот мы там работали, помогали, чем могли. Школьники трудились наравне со взрослыми. Кира Зайцева помнит и страшные дни, когда друзьям, знакомым и родным приходили похоронки. Поэтому День Победы для всех переживших войну – это праздник со слезами на глазах. Сейчас в Хабаровском крае проживают 894 ветерана. 70 из них – непосредственные участники военных действий. Поздравил ветеранов и вручил им памятные награды губернатор Михаил Дегтярев. Всего за годы Великой Отечественной войны из Хабаровского края на фронт ушли более 90 тысяч военнослужащих. Тысячи, в основном женщины и дети, работали в тылу. Не вернулись с войны 47 тысяч фронтовиков. Наша бесконечная благодарность за мужество, за героизм, за победу всем участникам Великой Отечественной войны. Помогает, поддерживает каждого ветерана, труженика тыла, вдову участника войны, блокадника, узника фашистских концлагерей. Наша важнейшая задача. Губернатор отметил, что в этом году более 40 тысяч жителей Хабаровского края получили единовременные выплаты ко Дню Победы. В регионе стараются сохранить историческую память о событиях тех лет. Так, военно-историческое общество поддержало инициативу правительства края о создании памятника в Хабаровске, посвященного победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Готовится проект мемориала воинам-бекинцам. Дивизия, которая в кратчайшие сроки сформировали в районе станции Резенгартовка, защищала Сталинград, освобождала Украину, Молдавию, Европу. Кроме того, при поддержке президентского фонда культурных инициатив в Хабаровском крае проходят съемки документального фильма к 80-летию Великой Победы. Он расскажет историю героев войны Максима Александра Пасаров, певца Колыбельды и писателя Акима Самара. Арина Судатенкова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».